Дорогу оператор, ребята! Спасибо огромное. Следующая песня посвящается такому феномену, как кайф. Все вы застраховали когда-либо, правильно, называется она «Кайфуем». Драм-машину погромче сделайте, ни хрена не слышно. Сделайте драм-машину погромче, тут просят, господа. Следующая песня называется «Спортивные очки». Танцевальная музыка мне очень нравится.
барабанов и вокала не слышно. Что вообще такое? Что за жизнь? Следующая песня посвящается всем Алексеям, Семенам и Евгениям. Спасибо. Следующая песня про переезды из Чилимы. Называется «Электропоезд Ласточка». Всем фанатам вас хуев посвящается. Thank you.
нужен микрофон. Хорошо. А он работает? Ладно. Так, ну, в общем, следующая песня всем рабочим посвящается, пролетариат называется. Работайте, не воруйте, там, не знаю. Только денег, да, это кто даст? Спасибо, стараемся. У самих душа рвется. Следующая песня как раз душевная, кстати, портрет была. Портрет называется, тоже на ПД. Портреты детей и старух и учрей.
гостям. Портреты. Следующая песня новая, называется «Я хочу быть душевно больным» на стихи Константина Олимпова. Душевно больным. Я никогда, никогда, никогда.
следующая песня о самой распространенной проблеме в Усть-Чилиме – это иконократство. Русская криминальная татуировка. Мажорно выглядит! Обожаю!
Спасибо большое. Спасибо! Да, спасибо.